Добрый день. Ну, раз прошло собрание, я хотел бы, чтобы вы представились. Кто вы? Добрый день. Меня зовут Томашевский Роман Николаевич. Я адвокат. Я представляю интересы кооператива «Гранит», состоящий и «Адмирал», состоящий из пайщиков, и индивидуально пайщиков некоторых, в том числе и реестровых кредиторов. Ну вот в двух словах, что сегодня было на собрании, какой вопрос решен и что людей ждет в перспективе? Сегодня состоялось общее собрание кредиторов «Гранитка», на котором было принято решение о том, чтобы сменить состав комитета кредиторов, которые в течение 11 месяцев своих полномочий, к сожалению, на протяжении действия плана санации, не справился со своими задачами, которые предусмотрены законом, не смог проконтролировать управляющего санации для того, чтобы были осуществлены действия, предусмотренные в плане санации, для завершения строительства дома. Был избран новый комитет кредиторов. Общее собрание уполномочило этот комитет кредиторов в соответствии с законом о банкротстве, для того, чтобы был отыскан инвестор и план санации реализован до конца, чтобы был достроен дом, осуществлялся четкий контроль за действиями управляющего санации, для того, чтобы деньги, которые будут получены от инвестиций и от иных доходов, в том числе от пайщиков, расходовались на строительство и на завершение строительства дома. Чтобы люди наконец-то получили уже... Да, это конечная цель, которую преследуют все пайщики и этого хотят. А вот ваше мнение, вот предыдущий этот комитет кредиторов, это была какая-то умышленная затяжка, был какой-то умысел в их действиях? Я не могу, к сожалению, ответить, был у них умысел или не был. Есть на сегодня факт, что в течение года результата не достигнуто, план санации не выполнен, стройка не началась, не продолжилась и, естественно, не завершилась. Ну что ж, спасибо, что в двух словах там объяснили. Желаю вам удачи. Действительно, спасибо. Мы сегодня поприсутствовали на таком собрании. Я впервые такое вижу, что люди начинают потихоньку добиваться своих прав. И я надеюсь, что люди со временем должны понять, что своих прав они добьются только сами. Это никто правда. Им ничего не поможет. Это правда. Спасибо вам. И вам спасибо. Всего доброго. Хорошо.